3-4-5-ярусные, сочно-зеленые или изумрудные. В Ульяновске начали продавать елки к Новому году. В этом году приобрести пушистую красавицу можно на 29 площадках. В каждом районе города работают от 5 до 8 елочных базаров. В этом году количество точек незначительно уменьшилось. В основном по той причине, что жители города просили убрать их из списка, потому что вокруг этих точек было очень много проблем с благоустройством. Елочному базару возле комплекса «Современник» 8 лет. Каждый раз за сезон здесь продают около 300 новогодних деревьев. Ели и сосны местные, из Ульяновской области. Правда, со слов предпринимателя, с каждым годом их завозят все меньше. Люди все чаще стали выбирать искусственные елки. Цена начинается у нас невысокая, от 250 рублей. Это примерно метр, 1,20 м. А самая дорогая елка? Ну, самая дорогая – это рублей 900 тысяч будет стоить. Как правило, такие елки пятиярусные достигают длину почти 3 метров. Критериев отбора новогоднего дерева много. К примеру, чтобы проверить качество, можно потрогать иголки. Они должны быть эластичными и легко гнуться. Но, по словам продавцов елок, в последнее время ульяновцы отдают предпочтение красоте сосны или ели. Также, чтобы главный символ Нового года прослужил дольше, советуют вместо крестовины использовать ведро с мокрым песком. По статистике, люди чаще покупают сосну, она и стоит дольше. Ель – более капризное дерево. Мы всегда покупаем живую елку, причем покупаем ее все время именно здесь. Вы знаете, вот как-то живая елка, вот она живая, от нее идет какое-то тепло, вот этот запах, аромат. Да, она потом засохнет, но первое время, но это же чудо все равно, ну не пластмасса. 29 елочных базаров будут работать до 31 декабря включительно, а в следующем году площадок станет на 10 больше. Рената Алиулова, Юрий Ломатов, Улправда ТВ.